Здорово, всем привет, на канале Гамбита. Здорово, народ, и со мной, с вами мой брат. Брат, покажись хотя бы как-то на вейпке. Вот, короче, мы сейчас будем разваливать топ-100. Вот, да, это новогодний видос, это мы уже в новом году. Новогодняя ПВП-ха, аккаунт Смула, и у нас есть что-то в районе 10 боев. Для того, чтобы немножко отдохнуть и оттянуться в этом году. Да, можешь сказать что-нибудь? З Новим роком, щастя, здоров'я та мирного неба. Да. Зараз буде щось жорстке. Да, вот. Это мой брат, да. Мой брат, это моя аудитория. Аудитория мой брат. Это топ 100, 389 тысяч БК на команде людей. Первый бой против Сайкё. Сио. И Скайджу. Короче, атака Бауна. Все стандартно, как неудивительно. Его комбинация. Бот играет очень хорошо, очень надежно. Моя Альбеда сильно страдает. Но не переживайте, дамы и господа, у нас наша Альбеда не самый главный наш кандидат на победу. Дэмэдж нанесен. А у нас всего лишь там какие-то 339 тысяч БК. Разница огромна, но... Извините меня, какая разница решает, когда тут должен решать скилл? Хорошо, стоечка. Пару скиллов, там, скилл Хеликс, вот я не тот скилл заиспользовал, но, извините меня, это новогодние ПВП-ха, так, чисто, чтобы поднять вам настроение 1 января. Так что, да, это завтра выйдет, если что. Вот, с твоим участием. Не, ну что завтра? По идее, уже сегодня. Ну да, уже по идее, как сегодня, да. Ладно. Так, надеюсь, следующим топороскотором... Блин, он следующими топороскотором отдает. Я планировал, что у меня... А, Эска? Так это 7 смертных грехов, ты просто не шаришь. Это очень крутые... Блондин. Так, ладно, у нас забрали Альбеда, это плохо, я не получил своего бафа на атаку. Хорошо, что мы делаем? Мы делаем вот так раз. Мы избавляемся от бана, мы пытаемся избавиться от Эсканора, потому что Эсканор немножко мне мешает в этой формации. Он слишком опасный, я надеюсь, что у меня Альбеда хватит дэмэджа добить его. Он слишком рыжий. Смотри, классный комментарий от моего брата идут, так-то. Ладно, мы забираем одного. Ну, кстати, очень опасненько, я сейчас собрал суперприем. Хель бы не добила. Ладно, нам повезло. Это очень везучие топ-100, новогодние топ-100. Боже, это прикольно. Мне нравится. Ребят, ваше здоровье. Интересно, у меня нормальная речь? Не, так, не запутано. Не чувствуется, что я... Водяной, это водяной дракон! Голдовая карта от Рокси. Рокси наносит ответный удар. Но, к сожалению, ее команда уже подупала. Да, у нее суперприем, но мы этого уже не боимся. Потому как можем сделать вот так дэмэдж. Вот так дэмэдж. Ну и Рокси и те напоследок, но, скорее всего, напоследок тебе уже не хватит, ребят. И это, да, кстати, очень прикольно именно та идея, что ты прокачиваешь всех героев. У тебя большой пул. На данный момент в игре сейчас 275 героев. И 2 числа выйдет 276 герой. И желательно получить их всех. И всех прокачать. И за то, что их всех прокачаешь, ты получишь бонус от своей коробки. В PvP. То есть я сейчас сражаюсь не с самым сильным аккаунте. Идея заключается в том, что, во-первых, качаешь самих героев, даешь им какую-то определенную экипу. А и от этой экипы в дальнейшем ты уже играешь от того, как тебе заходят карты. Итак, первый бой получен. Я, кстати, забыл здесь немножко написать. Вот так. То, что я тоже, типа, участвую в PvP и все остальное. Чтоб не попасться против своих сагильдийцев. Да, прикольная тема. Вот. Ну, возможно, я сейчас сказал немножко лично. Ну да ладно, народ, с наступившим вас! В 2024-м. Давай, быстрее беги. Можешь других позвать? А мы снова отражаемся против рыжего бородатого из Вальгалы. И, кстати, это, возможно, даже человек, потому что БК очень похожи на человеческий БК. Но нет, это бот с едой на атаку. Скорее всего, все атакокритующие сеты, поэтому будет тяжко. Но, с другой стороны, атакокритующие сеты куда проще пробить. Бан все еще вносит дэмэдж. Ну, я прям подлетел. Давай. Наступившим 2024 годом. Да, кстати, второй раз, и второй раз рыжий. Ладно, я все еще хочу поставить стоечку. Стойка Альбеды роляет. Роляет раз, роляет два. О, Владосик. С наступившим нас. Да, это такое, это новогоднее ПВП-ха с гостями. Короче, я сейчас катаю топ-100. Это, скажем так, одно из самых важных моментов в самой игре. Вот. И я, да, я в новогоднюю ночь катаю. Почему бы нет, не срезом мне за это платят деньги, как контент-мейкеру. Да, Владос, если что, видел рыжего, рыжий твой. Короче, рыжий это твой, понял? Как и Саванушек. Как и Саванушек.
Так, ладно. Карлос. 15-й. Интересно, что случилось с предыдущими 14 Карлосами. Вот, раз у нас 15-й Карлос. Так, у нас снова неприятность. Мне, кстати, это немножко не нравится. Наличие у бана суперприема. Но я, ну, думаю, Хеля справится с баном. Кстати, давайте, наверное, вот так сделаю. Не. Как бы лучше сделать вот так. Немножко тяжело пьяненьким это делать. Но думаю, этого хватит. И этого тоже должно хватить. Все. Играю, как играл в начале. Я думаю, мне хватит добить бана. Так, бан. Ой, как на тоником. Как на 206 тысяч, прям на тоником. Вот сейчас небольшая ошибка, я как бы проиграл. Это Ein Soul Gone. Король... Микрофон туда, если что, говори чуть поближе, становись. Подземного царства или что-то. Ну, короче, там... Короче, твое лицо за микрофоном, если что. Ну, я вот, понял. Смотри, отображение вебки, твое лицо за микрофоном. А, да. Так, без этих. Я понимаю, Новый год, но все равно. Я понял. Ну, не помню, он где-то, короче, новый. Да, это оверлорд, которого ты не смотрел. Вот, так что да, я думаю, ты точно в курсе всех героев. Так. Давайте сделаем так. Быстро откатаем. Ой, как хорошо, как хорошо. Два боя подряд, два успешных, а нас впереди еще 10 матчей. И, возможно, я, наверное, немножко подрежу этот видосик, чтобы он был не такой длинный. Ну, либо же вы просто не увидите все 10 боев за сегодня, вот. Потому как мы начали, мы разогнались. И, в принципе, мы достаточно неплохо идем. Следующий. Новогодний ПВП мне нравится. Кстати, мы уже набрали 5000 очей. Мы набрали 5000 очей в эту новогоднюю ночь на аккаунте, на которой не закрыта пятая конста. Нет пятой констелляции, но здесь 6-й бан. И это, ну, чертовски радует меня сейчас в эту новогоднюю ночь. Главное сейчас не проиграть, потому что если проиграем, будет очень плохо. Я не знаю, но наверное. Ладно, кто у нас следующий оппонент? Мы ищем его 28 секунд. Кстати, обычно она до 22 доходит и сразу дает бота. А здесь искалось 28 секунд. Это многовато. Немножко напряжно. Архангелы, кстати, неприятная пачка. Зиди Мануц из Элизиум. Ну, в принципе, знакомый челик. Так. Хорошо, рассказ от Маэля. Жаль, к сожалению, не от Марго. Я бы Марго пробовал бы даже забрать. И, наверное, ну, и чтобы быть профессионалами, надо чекнуть, какой там 4-й слот, для того, чтобы понимать, против кого мы попались, и насколько опасный наш конкурент. Хотя, в принципе, наш оппонент Мануц, так что это, в принципе, в любом случае, крайне опасный оппонент. В принципе, люблю смотреть это дело по Марго. Так, это Эллатта. В принципе, так страшно, но проблема в том, что мы не пробьем ни его сейчас, и это плохо. Ладно, стакнем пассивку Айнса, немножко прохилимся. Надеюсь, Лис нас не пробьет сразу сходу, потому что Лиска, вот это, видишь, в черной шапке. Короче, она очень опасна. Через одну атаку она может убить мою Альбедо. Вот, моего героя со стойкой. Так, баф. Атака, это хорошо, кстати. Это, кстати, очень хорошо, мне нравится рассказ. И получается там второго уровня дебаф в руке. Да, это все ангелы. Я сейчас дерусь не из расы неизвестных, то есть вот эти исчадия ада против ангелов. Это, кстати, любопытная идея. Ладно, второго уровня карта, скажите, там второго уровня карта Маэля. Это мне нравится, что еще одна карта Маэля собралась. Это, кстати, критично для нас. Фух. Давайте, наверное, вот так сейчас сделаю. Хотя можно было в... Ну, тут не самый удобный матчап. Но, с другой стороны, мы уже собрали ультимейт Хели. Идея Хели не должно ничего сейчас грозить. Можно было просто этот весь дэмэдж выдать в Марго и начать ее просаживать для того, чтобы ее потом в дальнейшем добить. Но, с другой стороны, у нас суперприем собран. Так, хорошо, это атака... Марго. Но это не баф. Это главное, я боялся, что будет баф. Без бафа нормально. Так, возвращайся, братан. Без бафа нормально. Альба выживает на лоу хп против Мануца. Ничего себе. Так, это круто. Это чертовски. Вот сейчас рассказ был прям реально очень хорош.
Так. Ультимейт на Маэле, ревайв на Марго. Это... Это очень хороший рассказ. Погнали, дэмэдж. Погнали, дэмэдж. Все равно, даже если мы их сейчас добьем, я в любом случае выкину именно таким макаром дэмэджа. Его будет очень много. Прям, да. Лям 600. Лям 600. 6 хеля творит лютые чудеса. Так, дэмэдж. 227 тысяч Марго, хотя казалось, Марго осталась одна, но все равно дэмэдж впитывает чертовски люто. И Айнс. 245 тысяч. Мой братан. Реально мой братан. Все, ладно. Мы получаем сколько? Это уже третью победу подряд. Так, там голдовая карта. Одна голдовая. Ну, короче, там сейчас лютое истощение будет по Айнсу, да. Ну, блин, народ. Ну, серьезно, там осталась одна Элатта против всей нашей формации. Удачи ей повыиграть. Реально удачи ей выиграть. Так, Хиля и два раза Айнс. Я думаю, мы закончили с этими матчами и идем дальше. С наступившим всем 2024 годом. А, да. И как наступивший 2024 год, следующий наш оппонент это Куанда. И 7D Suns. Или 7D Suns. Тут уже как пойми. Вот, команда весьма любопытная, с Левичем зеленым. И вроде бы казалось, коллап титанов. Что может нам сделать коллап титанов? Вы посмотрите на этот дэмэдж, который сейчас влетает в Альбу. Это люто. Так, Эска не добил, хотя с критом. Хотя с критом, но был рядышком, не добил. Я вряд ли думаю, что Альбеда проживет хотя бы еще раунд. Но на всякий случай я все же поставлю ее стойку для агро. И скину стандартный дэмэдж от неизвестных для стакинга и уменьшение. 10% шанс стак характеристик, 30% шанса крита и 30% крит урона. Посмотрим, насколько команда выдержит. А еще у нас 6-й Айнс формации, поэтому да, это минус 14% доп исходящего дэмэджа от оппонента. Ну, уменьшение исходящего урона на 14%. Айнс, сила тащи, так. 37 тысяч в ответочку. Маловато, потому что сбили все бафы. Леви. Леви. Ну, он просто не щадит. Посмотрите на дэмэдж. 137... Ну, там люто дэмэджа. Там просто люто дэмэджа. Альба развалилась, а вы говорили, Леви не играет. Леви, оказывается, очень классно и кайпово просто ест вот эти вот формации с Альбедо. Потому как, ну, он ее просто не чувствует. Так, ладно. Мы заем раз скилл, два скилл. Два-два, на самом деле, разницы нет. Попробуем бана забрать. И попробуем эску забрать. Короче, весь рассказ от Хели, я Айнса решил не скидывать карты. Просто из-за того, что Хеля может сейчас надамажить чуть побольше. Я верю больше в Хелю, плюс Айнс синий, Эсканор зеленый. Принцы, так, давай Хеля, хуй-то домой. Домой, не зря верил в эту балу, я это малая. Делает это новогоднее ПВП, новогоднее шоу. И да, четвертый слот это как раз красная Рокси, которая, ну, весьма неплохо ценится. На данный момент в обороне как раз вот такого плана элитного топ-100, потому что истощение плюс постоянный бонус по АЗ. Потом реально постоянный бонус. Что творит Левич? Это ужасно. Это ужасный дэмэдж от него. Мне немножко не понравился его дэмэдж. Так, нас осталось двое. Тут нужно быть аккуратнее немножко. А давайте так. Давай чисто так, чисто рассказ Хели. Мы не будем играть Айнса, хотя тут второго уровня карта, но просто для надежности. Для надежности 391 тысяча в Леви. Но, к сожалению, эта формация тоже разваливается от нашей неостановимой пачки, которая идет уже вроде как 4-0 по этому элитному там 100. Так, это просто хороший сингл-таргет дэмэдж без оглушения. Я уже запомнил, как выглядят анимации этого героя. Так, ну... Я тут думаю, что мы можем сделать вот так вот и даже не взирать на то, что там суперприем собран. Вообще все равно. Так, Айнс с вердикта сейчас делает свое дело, чекайте. Про 189 тысяч. 189 тысяч как с нуля. Вот кайф, 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 кайф. И мы, в принципе, уже поднимаем 5-0-33. Но я думаю, на этом мы не останавливаемся и идем дальше. Снова Леви! Снова Леви! Что уж поделать с этим Леви, который прям так и хочет для наш новогодний видосик, для того, чтобы мы его немножко обыграли. Вот. Так, инфект это неприятно. Начало с инфекта крайне критичное. И критичный дэмэдж по Альбе. Ну, блин, слушайте, мне все равно не нравится. Я смотрю, мне прикалывает вот эта команда с Леви, но как-то слишком много дамага она вносит.
А, слишком много, и мне это немножко, самую малость, не по кайфу. Ладно, стойка для провокации. Давайте сделаем стандартный рассказ. У нас есть еще одна ауешка, и от этой ауешки мы попробуем отыграть, но, наверное, уже в следующем раунде. То, что есть ауешка, это уже хорошо. В принципе, еще хороший сингл таргет. Зайди на хель. Во. Это то, что нам надо. Так, сейчас карты Альбы уйдут. Две карты Альбы уйдут. Нам еще одна карта какая-то зайдет. Жаль, конечно. Да. Дэмэдж. Больно. Леви, спокойней. Боже, сколько дэмэджа он носит в Айнса. Так, пожалуйста, не в Айнса. Не добейте мне Айнса. Мне Айнс еще нужен. Он выжил. Он выжил после сингла Эски. Боже, там два огня. Два огня было. Ладно, пассивка на наши нас сильно спасла. Так, мы делаем так. Мы делаем так. И я думаю, мы сделаем еще вот так. Этого дэмэджа нам должно хватить. Но я надеюсь, что мы бана доберем. Если бана доберем, это минус дебафы. Минус дебафы мы, в принципе, можем жить. Да, мы забираем. Нам классно, очень классно зашла именно вот эта нужная сингла от Хели. И да, это даблкил. Это банальный даблкил в топ 100. В вершине топ 100, потому что у нас уже больше 5000 очей. Это уже чертовски много по очкам. Вот, так что ладно, остается Левич. Скорее всего, он нивелирует Айнца. Ну, я сомневаюсь, что Айнц долго проживет в моей формации. Но это минус 3 плохие карты. Хотя ладно, это оглушение. Ну ладно, хорошо, хоть оглушение в Альбу. Ой, в Альбу, в Хелю. Так, делаем так, делаем так, делаем так. Все. Мне нравится рассказ, мы не уходим в суперприем, потому что суперприем здесь страшить особо не имеет смысла. Но дэмэдж, который мы сейчас выдадим, 198 тысяч в Левича. Левич, добрый вечер и до свидания. И, ну, Рокси немножко не добили, там только два дебафа от Айнса, но все равно ХП у Рокси прям минимум. Так, давайте сделаем так, так, так. И я думаю, мы можем искать уже следующего оппонента под нашу победоносную серию на новогоднего видосика. Вот. Я надеюсь, конечно, со звуком сейчас все будет нормально. Вот, я как раз к следующему этому самому перестрахуюсь в плане звука. Очередной наш оппонент. Ну, блин, боже, сколько тут левичей? Сколько тут левичей? Это Ваташи. Это Леви от Ваташи из Вальгалы. Ну... Оппонент достаточно таки серьезный, ну, я так думаю. Вот, ладно, две атаки бана. Это удивительно, у него выходит комбо бана и еще сингл тарит от... Ну, блин, от Леви еще будет дэмэдж, это неприятно. От Леви весьма неприятный дэмэдж, мне не нравится и... Боже, Альба. Альба выживет? Нет. Не, она не выживает. Минус Альбеда в первый раунд. Не, ну, слушайте, это как-то очень... Очень страшно, очень классная карта от бана зашла, это мне немножко не понравилось. Хотя с другой стороны. Раз, два. Бан залочен, в принципе, бана можно оставить, но от эску мы в любом случае локнем. Давайте так. Я думаю, в принципе, дэмэджа может быть не хватить, но если даже хватит, это будет не такая большая проблема, но Айнс будет очень сильно сейчас страдать. Вот, потеря Альбы в первом раунде, ну, это лютая тема. А, мы бана так и добиваем, да. Даже первого уровня карта добивает бана. Надеюсь, сейчас на наши выживет. Потому что два зеленых, они будут фокусить, скорее всего, сейчас либо на наши, либо Айнса. Но, зная эту команду, скорее всего, дэмэдж уйдет на наши, да. Два жога, неприятно. А, еще и топор туда же, так. Ну, Хеля выживает, Хеля нормально, Хеля... Так, мы остались вдвоем, нужно сейчас весьма неплохой сингл-таргет дэмэдж выдать. В... Да. Мы выдадим как раз сюда. Да, у нас отличный рассказ по картам, я думаю, этого дэмэджа нам хватит. Айнс приговорит Эсканора. Ну, я на это надеюсь, потому что золотая карта Айнса нам вдруг неожиданно, но завезло. Так, дэмэдж 342 тысячи, мы приговорили Эсканора, остается только Леви. Из опасных. Потому что дэмэдж он выдает много. Но у меня еще одна золотая карта Айнса. Что может быть лучше еще одной золотой карты Айнса? Так, инфект. Да, он не скидал инфект, поэтому у него в любом случае есть эта карта в руке.
И оглушение. Ну, на самом деле не так критично, потому что у нас Айнс разогнан. Леви. Леви, мы пришли за тобой. Леви, лови дэмэдж. Леви, это для тебя. Айнс Алгон вперед по дэмэджу. 38 тысяч. Туда этого Левая. Я, кстати, ни разу не проиграл, братан. Топ 100? На... Ну, ты мне не шаришь. Да, я всегда в топе, согласен. А у меня, кстати, вискарь заканчивается школой, поэтому надо будет потихоньку заканчивать этот видос, потому что у меня реально потихоньку вискарь заканчивается. Давай, раз, два. Давай. С новым уроком! Happy New Year! Happy New Year! Кайф, кайф. Ладно, у нас еще два боя, я еще два боя покатаю. Парам-парам-парам-пам! Шалтир от Face YouTube. Во, вот это, вот что. Вот главная изюминка этого новогоднего видоса в топ 100. А, без Хели. Но с Шалтир. О, это, кстати, любопытно будет. Ладно, тут нужно будет аккуратненько играть. Это, кстати, Face YouTuber реальный игрок. Он ходит первый, поэтому достаточно-таки тяжко будет. Так, проверка еды на уклон, потому что у нас слишком мало БК, и это немножко сомнительно. Так, ладно, дэмэдж есть. Сингл таргет Айнса, серьезно? Ну ладно. Ладно, это сейчас не так прям критично. Делаем так, не триггерим Шалтир, потому что Шалтир уже на первом стаке, это даст ей второй стак. Стойка, второй стак, все отлично, у нас отыграно, Шалтир не разогнана. Мы, в принципе, целы, инфект спал, кровотечение еще есть, но у нас весьма неплохой дэмэдж. Он может поставить сейчас стойку, это проблемно для нас. Объективно, да, это проблемно, но мы знаем, мы можем сейчас от этого отыграть. Не так плохо или плохо? Не, я думаю, неплохо. Или плохо, потому что мне нужно желательно еще как-то зауешить. Так, он собирает стаки. Он стакает второго уровня стоечку. Неприятно. Он скидывает сингл, серьез? Сейчас прям? Ну, это странный ход. Это странный ход от ютубера, против которого я попался. Хорошо. Ну, сейчас отыграть... Я слишком пьян для того, чтобы отыгрывать очень серьезно. Да, с другой стороны, я могу ультрашнуть Хелю. Ой, вот так. Во, я вот так сделаю просто, и все. Я слишком пьяненький, поэтому я делаю именно таким образом. Все, дэмэдж есть, да, неприятный, но все. Шалтир на безумстве сейчас будет, да, все. Берсерк есть, активировал на ней. Но с другой стороны, это Альбеда. Попробую Альбеду пробей. Это нужно несколько карт прям закинуть. Хорошо. Так, инфект там все же есть. Это неприятненько. Это реально неприятно, с чем того, что на стойке нет. Но с другой стороны, мы сейчас не подставляем ни... У нас не было стойки, поэтому подставляем именно Альбеда, как самую, ну, самую пролотную. Так, смертельный приговор есть. Не пробивает, отлично. Отлично, мне радует. Меня радует то, что не пробивает. Это лог. У нас прям на лоу-лоу-лоу хпшки остается. Поэтому давайте, знаете, как сделаем. Не, стой, 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 стоять. Сделаем так. Вот так и вот так. Во, вот так, вот хороший рассказ сейчас. Ду дэмэдж мало. Все равно Шалтир залочено, поэтому я, в принципе, не боюсь. А Шалтир уже нет. Так. Хеля, по идее, как должна выжить. Там слишком огромный дэмэдж редакшн. Не выжила. И, скорее всего, сейчас Айнс тоже не выживет. Альбеда, ну, блин, у нее нет бафов. Ладно, Айнс выжил. Айнс выжил, но на слишком лоу хп. У меня оба героя на лоу хп. Я проиграл. Я проиграл этот матч. Нет, 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 нет. Да ну, да, да вы шо? Мне стойки не было. Мне стойка не зашла. Боже, такой, такой лоу... Нет, я проиграл. Там стойка. Ну, Айнс не доживет. Да, Айнс не доживает. Я не ожидал от Альбы такого лютого ДПСа в ответ, поэтому проигрыш. Поэтому первый проигрыш за этот видосик. Обидно, минус 18 рейтинга. Минус целых 18 рейтинга.
5-0-45 остается итого. Так, следующий у нас матч против людей. Снова, как неожиданно, 367 тысяч БК. Эс-ты. Вот, из Аогири. Ну, посмотрим, что покажет нам... Это реальный игрок. Проблема в том, что это реальный игрок. Хороший рассказ по картам. Ну ладно, посмотрим, сможем мы это на людей обыграть. Потому что Альбеда в прошлом раз выдала слишком много ДПСа. У нас не было лишней стоечки. Нам, к сожалению, стоечка не зашла. Поэтому тяжко. Ладно. Я думаю, будем настаивать просто на стакинге. Даже если Эсканор сейчас уйдет в суперприем, у нас есть немножко аутов отыгрыша. Так что посмотрим, насколько у него сейчас хорошо будет карта заходить. Я вижу, там второго уровня карта на бана зашла. Совершенно случайно. Сейчас глянем, как будет отыгрывать наш Эс из Аогири. Надеюсь, не прям... Да, да, солнце скидывает. Второго уровня, к тому же. Неприятно, но не смертельно, мы еще живем. Бан, скорее всего, будет шотать. Да, там второго уровня карта, в любом случае он шотает. Да. Около 300 тысяч дэмэджа влетело, поэтому ультимейт на бане не критично. Это дело мы можем пережить. И мы можем попробовать сделать даблкил. Я, может быть, сейчас очень сильно рискую. Там 2-3. Это четвертый стак. И попробуем немножко от эски избавиться. Может быть, я сейчас слишком рискованно играю. И да, наверное, я слишком рискованно играю, потому что у бана... Да, не хватает немного дамага. Ну ладно, там 4 стака Айнса, может пережим. Может переживем, но вряд ли. У нас Хеля в любом случае останется. И мы эску не добиваем-то, твою дивизию, нет! Я 2 боя подряд проигрываю. Ну ладно, у меня в принципе очень хороший... Не, у меня уже нет ничего. Не-не-не-не, я не хочу мешать, я не хочу мешать. Так, ладно, сейчас посмотрим на... Дэмэдж. Так, атака по Хеле это логично. Попытка сбить Хелю. Потому что рывав ее критично. Ладно, ладно, так. Бан не шотает Айнса? Ладно, мы теряем Хелю. Это плохо. Но мы в ответ... Оппонент теряет... Да. Блин, у меня 5 карт в руке. К сожалению, это не заходит. Не заходит ультимейт Айнса. Иначе было все очень круто. В ответ. Так, ладно, раз дэмэдж. Но бан сможет пробить Айнса. Мне что-то кажется, что он сможет пробить Айнса. Мы не пробиваем бана, к сожалению, до конца, но немножко прохилились. Ладно, посмотрим рассказ от него. Ну, блин, ультимейт не зашел. Вот самый масс мы пережили. 6-й ультимейт бана, там Артур. Вот почему я не пробил. Я привык к дэмэджу не от Артура. Не с Артуром. Так, Айнс выживает дэмэдж раз. Метка 2. Ай, боже, как же бан больно бьет. Как же... Блин, вот ультимейт. Мы выжили. Мы пережили ультимейт бана. Все круто, но твою ж дивизию. Просто ультимейт не зашел. Мы забрали бана. Мы забрали бана. Это изи была победа для нас. А так второй проигрыш подряд. Как же тяжко. Как же тяжко. Но, к сожалению. 0-28. Ладно. Давайте еще парочку боев последних сыграем. Смул, сорян, я пытался, ну, мне просто не повезло, и все. Слишком. Возможно, я расслаблен, возможно, я ничего не понимаю. Надеюсь, просто вам видос хотя бы нравится, потому что новогоднюю ночь снимается. Все, братан рядом. Вот, правда, он тоже уже подуставший, как и я, как, в принципе, мы все. Просто не понимаю эту игру. Не понимаю, ну тут собирать карты, собирать теперь приемы, все как в обыкновенных играх, только это не танки, это не КС-ка. Сорян, братан, это не танки, это не КС-ка, я немножко увлекаюсь немножко другой игрой, вот. 383 тысячи на неизвестных из паладинов, мистер Джек Ми Оф. Нет, а у другого чела такая же самая формация. У меня костюмчик другой. У меня на Хеле другой костюмчик. Не хэллоуинский, не донатный. Так, рассказ, в принципе, логичен. Рассказ неприятный. Я надеюсь, там еще одного синдла Айнса нету. Иначе нам будет очень плохо, ладно. Я предлагаю просто поставить стойку. Сначала закинуть Айнса. Потому что мы будем играть от ультимейта Хель. С
случае чего мы отыграем от ультимейта Хель. Хель они не заберут. Ну, по крайней мере, не сейчас. По крайней мере, не сейчас. Они Хель не заберут. Да, у меня есть ультраш Хели. Посмотрим сейчас на рассказ оппонента. Так, стойка. Атака Хели. Да, там есть сингл-тарет от Айнса, поэтому нам будет крайне плохо. 175 тысяч наша Альбеда выдает. Да, сингл-тарет от Айнса есть, поэтому это минус Альба в любом случае, что бы мы сейчас не делали. 208 тысяч в ответ. Неплохо. Весьма неплохо. Так, там, к сожалению, есть... А это немножко плохо. Так-то. То, что я могу сделать вот так. Собрать ультимейт на Хель. И вот так выкинуть карту, наверное. Вот. Это немного не идет по нашей курве, но в любом случае наша Альбеда сейчас погибнет от смерти. Да, погибает. У нас ультимейт на Хель есть. И, в принципе, они против ультимейта Хели сейчас ничего не сделают. Я удивлен то, насколько прям тяжко вышла ультимейт нашей Альбеда в предыдущем матче. И как обидно, что ультимейт Айнса не вошел в руку. Так, раз, два, три. Айнс выжил. Вы видите хп Айнса? Я не вижу. Но они есть. Боже, хп Айнса, они просто закончились практически в моменте. Так, ладно, я думаю, ультимейт сразу в ответочку. В случае чего сингл-таргет и сингл-таргет. Во, вот так. Тут дэмэдж мала. Альбеда осталась одна. Да ты шо? Да ты шо? Так, Айнс, я ж надеюсь, ты добьешь ее сейчас. Да, добивает. 300 тысяч выдает. 300 тысяч выдает, и это хорошая победа прямо перед финалом, потому что следующий бой, он последний. Это сейчас 99-й матч, который мы выигрываем. И остается последний, сотый матч. И я надеюсь, мы сотый матч проиграем. Последние 10 боев топ-100, они самые важные, поэтому делаем вот так. Ну, если мы проиграем сотый матч, будет обидно. Но если мы выиграем сотый матч, это будет классно. Это будет очень крутой винрейт и очень крутой показатель... под этот сезон. Так, последний матч, решающий последний матч в этом топ-100. Я надеюсь, сейчас не против никого не попадусь, потому что новогодняя ночь. Я не хочу особо потеть. Все. Любопытно, я против одного из самых топовых аккаунтов попался. Ладно, это на самом деле немножко хреновее, это страшно. Раз, два. Сделаем вот так вот три. Не, не против него. Это страшный аккаунт, это очень страшный аккаунт. Я не уверен, что я здесь могу выиграть. Но надо пробовать, надо пробовать. Но идейно я должен проиграть, потому что это гон. И скорее всего я проиграю. Так, очень интересный рассказ идет там. Без сингла, без смертельного приговора? Что? Не без приговора играет оппонент? Ладно. Ладно. От этого можно отыграть. Вопрос только, как мы будем играть. Через пассивку на нашу я пробиваться не хочу. Вот от слова совсем не хочу. Делаем так просто и все. Стойка и ультимейт Хели. Ультимейт Хели. Это единственный наш аут на сейчас. Он может пройти сквозь Альбеда. Он может, там дэмэджа может хватить. Но я буду отыгрывать до победного. До последнего. Ультимейт на Альбе.
стойко, все, он не приговорил мою альбедо, поэтому, ну да, там типа очень страшно, очень много бафов. Вот, посмотрим, что сейчас будет делать мой оппонент. Нагони. Ауешка раз. Айнс выдерживает дэмэдж. Да, он очень неплохо стакает пассивку. Но при этом все равно теряет практически все хп на Айнсе. Айнс отправляется домой. 294 тысячи. Падает весь дэмэдж редакшн, который он стакал. Ну, не-не-не, не сегодня. Не сегодня, я должен так сказать. 311 тысяч. То, что прям надо. То, что прям надо. Ладно. Проблема в том, что мы особо не стакались. Альбедо все еще стоит второго уровня. Стойка. Ультимейт, но ультимейт может Альбедо не пробить. Ну, Альбедо слишком страшная стойка, там второго уровня. Делаем только ультимейт. А, ну ладно, так пускай. Ладно, и даже если проиграю, в принципе, это полезно проиграть. Гону для того, чтобы он чуть выше поднялся, но не в этот раз. К сожалению, не в этот раз. Я не думал, что Альбедо упадет. Я просто боялся в том плане, что ультимейт мог не пробить Альбедо. Но мы пробили Альбедо, мы пробиваем и Хелю. И оппонент сдается. Это был гон. Это был гон и... Последний победный сотый матч. Ой, боже, как же приятно, как же приятно так. .5058 с таким рекордом мы заканчиваем этот сезон. Ну, на этом мне все, спасибо большое. Так, братишка, можешь попрощаться с моими зрителями и телезрителями. Всем рад за присутствие и всегда желаю вам всего самого лучшего в этом году. И, конечно же, больше любите вашего лучшего стримера, который у вас сейчас есть. Давайте. За Мишу Гамбита. Давайте, ребята. С Новым годом вас. С наступившим 2024 годом! Увидимся! За вас.